Го на метку тогда сразу слетаем. Попробуем, возможно, сразу же убьем. Но нам надо комплект. Блин, реально разноцветные трассера прикольно. А когда-нибудь слушал Макс Корзар, да? Конечно, слушал. Конечно, слушал. Надо жить в кайф. И т.д. и т.п. Меня, кстати, звали на его концерт, к нам приезжал. Я что-то в отказ пошел. Максимально. Ладно, ребята, за дело. Цель на ликвидацию подтверждена. Блин, у нас двое просто тут воюют. Внизу. Ох, нихрена себе. Прикольно залетело. Это я хорошо вышел. Но цель у меня улетела. Почему на этого нельзя было цель дать, да? Вот очень странно. Реально, работает. Почему бы мне на его не дать цель. Ну, по факту. Понимаю. Как я так его не увидел? Я же прям его там слышал. Думал, нету никого. Дрейк, привет. Я посмотрел 144 Гц. И понял две вещи. Какие? Дарнет, привет, на Twitch. На Twitch переходите, на Twitch. Все на Twitch, ребят, привыкайте, пожалуйста, на Twitch. Разноцветные трассера. Красный, синий и белый. Разноцветные трассера. Одновременно. Это получается как российский флаг трассера. Прикольно. Драка начинается. Во время ожидания. На Twitch сейчас трансляция идет, ребят. Если что. Оскорбление может испортить настроение противнику, как и не проброшенный как. Давай. Давай, ей. Спасибо, спасибо за фоллоу большое. Начало боя. На М4 и Ренет. Я поставил, короче, на М4. Ну, у меня же оба вкачаны. На М4 ВЛКшку поставил на дальняк. Ну, короче, это топ комплект. Реально, охрененный комплект. Сейчас покажу тебе его. Так. Так, тут дрон. Надо кому-нибудь? Блин, дашь хз. Ну, го, сюда, наверное, туда слетаем. Надо кому-нибудь? Ну, 1600, получается, что-то около 800. Я не знаю, я ж не покупал этот Battle Pass. Мне это вышло в 600 рублей. Я же Battle Pass не покупал. Вот, я купил Battle Pass. Мне дали косарь. И получается, ну, там как раз не хватало. Ну, получается, я плюсанул, в общем. А второе, что 144 Гц стоит 15к. Ну, не, ну, там не дешевое удовольствие, да. Но, блин, оно того стоит. Реально. Разница между 60 и, ну, 144, это, ну, просто колоссальная разница, реально. Я сейчас сам хочу, я поэтому на Twitch перехожу, потому что я хочу более, ну, типа, делать трансляции больше, ну, типа, игровые какие-то, то есть в плане показывать игру свою как-то, и поэтому хочу 240 Гц сейчас покупать себе. Но это очень дорого. Это очень дорого, конечно. Но, опять же, оно того стоит.
Вот, поэтому очень хочу. И очень хочу Twitch канал развить. Просто потому что, ну, даже ERL-ки можно делать очень круто. Потому что я сейчас собираюсь камеру себе покупать. И чтобы трансляции были именно с камеры. На Ютубе это, ну, честно сказать, очень нихреново сделать. Ну, вот, поэтому... Не просто так прошу вас, как говорится, на Twitch подписываться. Потому что будем сейчас Twitch развивать в плане трансляций, а YouTube уже больше по видосам. Хорошо поработали. Так, нам надо еще найти этот один какой-нибудь ящик. Потом же перейти на 70 Гц. Для начала, так... Я не знаю, в общем, если честно, у меня был 60 Гц. Я очень пожалел, что я с самого начала 144 не пользовал. Потому что потенциал игровой, ну, раскрывается очень хорошо. Да и нахрен. Как всегда. Вот, поэтому 144 Гц надо брать. А 240 там уже, ну я молчу, там разница просто колоссальная идет. Но эти мониторы, они очень дорого стоят. Это уже, ну, надо рассчитывать. Это, ну, около 30 тысяч плюс. А, там же еще, кстати, одна была наверху. Ну ладно, год тогда чё к магазину, получается, сюда. Покажу вам трассера новые. Вам отправлено посылку с комплектом. Приближается вражеский солдат. Союзная посылка с комплектом уже в пути. И лечу. Концентрация газа повышается. Блин, прикольная трассера, мне вообще прям вкатывает. Очень красивая. Блин, ну опять же, это где-то для дуо, для соло прикольно. Ну, кстати, можно потестить. Получается, карик с ВЛК-шкой или с 3.5 прицелом. И Ренетти, тоже прикольный сетап. Он только на миле получается. То есть, опять же, придется... Нифига, я думал, его убили. Он, оказывается, нокнулся. Так, и тут что-то... Не подползти до туда? Вич лагает, ты так-то не должен. Но, опять же, я говорю, что когда будете смотреть Twitch, там со временем потом, ну, типа, не будет ничего такого. То есть у меня откроется дополнительная там выборка качества и так далее и тому подобное. У меня очень долго был Twitch заброшен, вот, но я все-таки посчитал, что
будет разумнее. Для основных трансляций оставить все-таки Twitch. Для монтажа надо, но для монтажа, да, 70 герц вполне, там и 60. Я монтирую видосы на 60 герцовом мониторе, типа мне по факту больше не надо. Играю, у меня 2к 144 герц. Скин тоже входит в стоимость, да? Дарнет, перейди, пожалуйста, на Twitch. Все на Твиче сидят. Там, ну, типа, зависит же от просмотров. Надеюсь, ты вернешься сюда. Тут тебя будет ждать сюрприз. Купил скины. Просто уничтожает реально. О, мадафак, я забыл совсем. Охренеть. Это чуть мне не стоило жизни. Комплект имбовый, реально. Просто... Над нами вражеский ППЛА. Ренетти убивает, конечно, нормально. Ну что, гоб, ПЛАшку, наверное, купим. Селфрез, получается, ну, смысл как бы малый покупать, потому что, ну, сейчас мы без снайпы. Обычно я селфрез беру, когда снайпером играю, чтобы... Если нокаться на каких-то расстояниях, там стали, то была возможность подняться. А так, в принципе... Нужна разведка, запрашиваю беспилотник. ПВЛА входит в район операции. Окей, let's go сюда. А это чел летел, походу, да? Блин, он наверху по-любому сидит. Скорее всего. Внимание, ВПЛА на входе. Иду на базу на заправку. Начинается газ. Отключаю новую... Ну, там наверху сидит, наверное. Я так думаю. А, нет, вон он бежит. А, так он сейчас наверх побежал. Можно на телек, но это без понт будет у тебя. Это я тебе сразу говорю. А что у него за добивающий? Прикольно. Не, ну Ренетти, конечно, имба вообще. Газ приближается. Над нами вражеский ППЛА. Тёма, вы... А? Тёма говорит, выходите. Чё? Тёма говорит, выходите. Ага, сейчас. Одевайся пока. И мне достань кофту, пожалуйста. Какую? М? Серую. Я сейчас топчик возьму по фасту. Нужна разведка, запрашиваю беспилотник. ПВЛА входит
район операции. Какой я выделенный. Ну да. Мусульман, привет. Давно не заходил, да? А, залетай на Twitch обязательно. Вот, трансляции сейчас там тоже идут. А, ну и там как бы это у нас основное. Да блин, что ж ты? Что у нее там грау, да? Уже лучше. Граумен. Сейчас поговорим с тобой. Граумен. Как ты на самом деле хорош? Мудачина. Вот и все. Главный, шли разведку. ППЛА входит в район операции. Концентрация газа. А этот сюда бежит. Следуйте в новую безопасную зону. Ща-ща-ща. Фас, там 16 человек осталось. Сейчас выйдем. Выдвигаюсь. Так, у нее там что-то было. А, точечный. Так, это что, куда? Иду на базу, на дозаправку. Среднего, средний где-то около 50 я бы такой ценник дал. Ну, это лично мое мнение. Не знаю, солидарны ли другие. Но лично мое мнение. Такой ценник должен быть. Блять, он наверху, да? Залетайте, ребятки, на Twitch. Обязательно. Иду. Ну скажи, что я в туалете. Сейчас я доиграю. У меня 14 человек живых. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Че, сидишь тут?
Разведка, запрашиваю беспилотник. ПБЛА входит в район операции. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. У меня все сборки мои 300 тысяч. Ну, в группе ВКонтакте там все расписано. Там по максимуму. Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу, на заправку. Блин, чел сейчас войдет. Метка поставлена, идем. Там пока сотка. Ну, это без маник. Ну и то это дешево вышло мне. Так как я оптом брал. Все это дело. Я хз, типа, мне не надо никуда идти. По факту. И мне надо уже убегать, конечно. Все эти игры переплюнула Call of Duty вот это. Осталось 10. Вы еще можете... С этим обновлением, которое сейчас. Просто фул переплюнула. Три наблюдает. Отмечаю безопасную зону. Авиаудар противника в укрытие. Зоны смещаются. Два
Ну и все, где-то соло остался. Все, эта катка тоже на ютубчик у нас пойдет. Поэтому, кто смотрит на ютубе, обязательно жмите лайк. И все вот это. Что там еще? Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Вот. И комплект топ. Просто огонь. Реально. Ну и все получается. Смотрите трансляции на Твиче прямой. Прямом. Где-то, наверное, тут будет эта, ну, ссылочка. Где-то здесь, наверное, не знаю. Короче, укажу все это, сделаю. Вот, и все получается. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Всем, кто был на трансляции, тоже спасибо. Все, ребятки, всем пока. Всем удачи. И все, получается. Все, я пошел. Все, ушел.